Всем привет! А вот и мой Лимон по имени Димон. Мой лимон сорта Мейер из ташкентского лимонария. Ему около 8 месяцев. Мне его подарили 7 месяцев назад. С тех пор я уже успела его пересадить в конце августа. В горшок на 3-4 см больше диаметра. Присаживала в обычный грунт для комнатных растений. Дренажный слой не делала, так как имеются дренажные отверстия. Поливаю я его 3-4 раза в неделю. Да, надо бы купить новую лейку. Удобряю агриколой раз в неделю. Стоит она недорого. Разбавляю чайную ложку на 2 литра воды. Также каждый день пшикаю цирконом. Стоит дешево, действует отлично. Делаю по 5-8 пшиков каждый день. Лимон у меня стоит в светлом месте на подоконнике на западной стороне. Всем спасибо за просмотр. Если я вам чем-то помогла, обязательно поставьте лайк. Всем любви и всем пока!